Еще одна важная цель от паука – тихий клык. Привет, Страж, ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и это еще один еженедельный мини-гайд о том, где найти еще одного должника-паука, из которого нужно выбить всю дурь. Ну а что, мы партнеры с паучком. Нет, не с этим. А раз партнеры, надо выручать друг друга. Берите поручение «Розыск Тихий Клык» и отправляйтесь в локацию «Топь» на ЕМЗ. Там находим затерянный сектор в контейнере, спускаемся и идем до дальнего зала. Клык будет прятаться за силовым барьером, который отключается броском мины падших в генератор. Мину можно выбить из летающей жестянки. Шенки. Сори. На этом канале я всегда буду называть их шенками. Ну какие это к черту жестянки, камон. Ну так вот, проходим за барьер и видим еще такие же генераторы. И саму нашу цель, которая, естественно, тоже иммунная. И урон по нему просто так не нанести. Снова механика с генераторами. Убивайте взрывающихся шенок, выбивайте из них релики и швыряйте по генераторам. Щит снят, урон пошел. Босс довольно жирный, надо сказать, так что будьте аккуратны. Нас очень выручила ульта охотника с огненными ножами, а также уже под конец битвы я вбросил в босса одну из мин. Она тоже нанесла ему нормальный такой урон. На самом деле ничего сложного, как видите, однако у некоторых все равно почему-то возникают вопросы по сражениям и розыску вот таких целей. В любом случае, если видео тебе оказалось полезным, ставь лайк, спасибо тебе за просмотр, не забудь подписаться на канал, а я пока прощаюсь. Счастливо!